И снова привет. Сейчас рассмотрим вот такие вот дешевые, очень дешевые лампы H3 LED-овские, которые заказал с Китая. Сейчас мы их подключим, померяем ток потребления, заявленное производителем 5 ватт, сверим. Дают они нам 5 ватт. Брал их специально для противотуманных фар. Сейчас мы их распакуем, посмотрим, что они себе представляют. Значит, здесь на переду стоит линза, небольшие 4 диода я вижу, отражаются через отражатель. Здесь пластиковая колбочка. Это алюминиевый корпус. Что тут еще? Ну, было заявлено, что здесь стоит один светодиод Cree. Но если это так, то оно сейчас будет видно. Если он будет очень ярко светить, тогда это Cree. Сейчас мы попробуем подключить и посмотреть, что получится. Так, даем напряжение 13 вольт. Так, подключаем минус, подключаем плюс. О, светит вроде бы как и неплохо. Так, ну, не сказал бы, конечно, что прям супер ярко. Вот так вот оно, точку видно. Потребление 8 миллиампер. Ну, в принципе, на заявленную мощность эти лампы не выходят. Ну, посмотрим, как они в отражателе фар будут светить. Ну, так на глаза, конечно, бьет сильно. Не знаю, на камеру оно так передает свечение или нет. Ну и свет не синевой. Свет белый. Так, одну лампу мы проверили. Проверяем вторую лампу. Ну, кстати, лампы очень дешевые. Нашел магазин, там разные лампы. И все дешевые. Ну, ссылку на этот магазин я дам под видео. Ну, лампы вроде все рабочие. Так, ну здесь мы видим. Не знаю, Cree. Ну, похоже, что Cree стоит. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ссылку на интернет-магазин, на AliExpress я выложу под видео. Все, всем пока.